Из города Сюйчжоу провинции Цзянсу по железнодорожному маршруту Китай-Европа впервые отправили 6 контейнеров с холодильными установками. Они загружены самой разной продукцией, от рыбной до косметической, на общую сумму почти в 5,5 миллионов юаней. Пункт назначения – Москва. А поезду предстоит за 11 дней преодолеть более 9 тысяч километров. Как ожидается, маршрут послужит еще большей интеграции региона с инициативой «Один пояс, один путь», а также укрепит экономическую связь между Китаем и Европой. Каждый рефрижераторный контейнер оснащен генератором и бензиновым баком объемом 800 литров, что обеспечивает непрерывную работу от 20 до 30 дней. В зависимости от перевозимых товаров, температура в контейнере может варьироваться от минус 26 до плюс 26 градусов.